В России становится больше самозанятых. В 2022 году в стране такой статус получили более 4 миллионов человек. И их число растет каждый месяц. Что происходит с рынком труда? Почему фрилансеров становится все больше? Расскажем в следующем репортаже. Пандемия коронавируса стала главным катализатором перехода во фриланс, убеждены эксперты. Побыв какое-то время на удаленке, многие люди решили, что сидя дома, можно вообще и на себя самого работать. То есть быть вольным художником. Отвечаю за результат сам, о налогах, страховках и пенсии тоже забочусь сам. А офис, начальство и четкий график не для них. Так наш бывший коллега, видеомонтажер Тверского проспекта Алексей Жиганов, родом из Вышнего Волочка, уже более 8 лет занимается фрилансом. Сейчас он создатель школы по онлайн-профессиям. Буквально недавно сам изучал сферу фриланса, а теперь уже обучает других людей этому искусству. Работать можно в любом месте. Например, сидишь в кафе, работаешь, сидишь там, на берегу, на пляже работаешь, там, потом дома. Вот я сейчас живу на Бали, я работаю здесь, например, там, лежа у бассейна. Есть, конечно, и свои минусы. Постоянное ощущение дедлайнов, необходимость четко строить график, отсутствие готового социального пакета, а также работа без выходных. Поэтому, как отмечают фрилансеры, весь секрет успеха в данной работе – это развитие и дисциплина. Первое время уходило, да, много времени, потому что я развивался, изучал способы заработка. Сейчас нет. Сейчас уже я работаю 1-2 часа в день. Где-то могу вообще не работать месяцами. Также по статистике 75% людей работают из дома более продуктивно. Интересен и тот факт, что в основном люди, которые уходят на самозанятость, это поколение миллениалов. Люди, которые выросли немножко такой в переходный период, и для них очень важна свобода, ценность свободы, ценность себя. И, конечно, когда есть возможность выбрать там, между тем, чтобы работать на кого-то, работать на себя, они, безусловно, выберут как бы, работу на себя, потому что есть такая идея о том, что я буду располагать своим временем. Таким образом, возможность работать любое удобное время суток в подходящие исполнители дни недели, а главное – находиться в выбранном месте – вот список очевидных приманок, которые делают фриланс таким востребованным и желанным.